В 18-й школе теперь можно не только поучиться, но и побороться. На этой неделе здесь открыли первый в Ивановской области детский спортивный зал национальных единоборств. А все потому, что в школе обучаются ребята более 20 национальностей. И среди них немало успешных спортсменов. Своих борцов зал ждал давно. Он долгое время стоял недостроенным. Мы забрали ребят с улицы, то есть мы хотим, чтобы они развивались. Зал 15 лет не был введен в эксплуатацию, так как не было средств. И вот в этом году, признав как достижение школы, правительство выделило деньги, мы смогли зал построить. Зал обновили только на этой неделе, а уже в субботу здесь областные соревнования по кюреш, популярной татаро-башкирской борьбе. Станется два соперника друг против друга, одевается пояс. И основа – это физическая сила, это и чувство борьбы, реакция, резкость, все в ней. Схватка этих юных борцов была, пожалуй, самой продолжительной. Победитель Миша Шадров объяснил, почему так долго не было финального свистка. Он очень тяжелый был. Он был очень тяжелый, его очень трудно бросить. Силовые единоборства среди ивановских мальчишек очень популярны. Тренеры считают, что желающих овладеть навыками борьбы будет даже больше, чем они смогут принять. Заниматься ребята смогут бесплатно. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.